вот у нас по центру города ходят такие автобусы фрирайд. И вот второй фрирайд. Это абсолютно бесплатные автобусы, которые ходят только по центру города. Весь маршрут занимает около 20, наверное, 30 минут, потому что он останавливается на каждой улочке, останавливается на станции, на автостанции. И, пожалуйста, садись, там всегда лежат газетки, там прекрасные сиденья мягкие. Там есть интернет. А что там еще есть? Что там еще? Телевизоры там есть. И там очень холодно в автобусе. Допустим, летом, если вы гуляете по центру города, и вдруг вам стало очень жарко, сядьте, прокатитесь на этом автобусе, и будет вам счастье. Охладитесь, охолонитесь. Боже, какое счастье. Итак, пошли в БТИ. Я иду в наш местный БТИ. Спросить, кто там у меня в доме вдруг понапрописался. Стала получать какие-то письма каким-то людям, которые вообще у меня никогда в жизни не проживали, и которых я сюда никогда не прописывала. Пойду выписывать всех нафиг. Так. Чурчавеню. Ой, красотень какая. Так, а какой этаж? Какой этаж? Сейчас. Я все время забываю, какой этаж. Оранж-канти. Контроллер. Мне не надо контроллер. Property, типа департмент. Второй этаж. Не поняла, property department. Не поняла, секундочку. По-моему, это был не второй. Technology. Office Dragon. Нет. Неужели это второй этаж? Audi Division. Да, 215. Не-не-не-не, вот он, контроллер. Вот он, Official Records. Третий этаж, да. Я помню, что это был не второй этаж. Так, нажимаем на кнопочку. Поехали. Все такое чистенькое, все такое пахнущее. Чуть не проскочило. Ой, как здорово, божечки. Поехали на третий этаж. Давай, поехали. В каждом лифте есть камера видеонаблюдения. Так что на всякий случай, если вы в лифте, там ничего такого как бы нехорошего не делайте, потому что на все лифты... Ага, вот оно, все 3000, 300, все 300, вот он. Здесь происходит прописка. Что я делаю, чтобы прописать человека? Я прихожу с этим человеком сюда. Беру здесь вот этот вот листочек. Вот этот листочек. Ставлю свою фамилию, что я клянусь, что вот по такому-то адресу я проживаю. И что я так далее. И что вот этот человек проживает здесь. Человек подходит, ставит свою фамилию. Не показывает ни паспорта, ничего не показывает. Мы подходим к этому окошку. И ему говорят, подними руку, правую руку, и клянись, что ты тут проживаешь. Все, $15 человек за это платит, и он прописан в моем доме. Самый добрый день. Сегодня у нас 7 марта 2018 год. Я только что припарковала свою машинку вот там. Я только что показала сзади. Я в центре города, в самом сердце Орландо. Вот тут вот озеро Иола. Итак, пошли. Это церковь. В церкви обязательно детский садик и школы, и все это прочее. Вот это вот наша орландовская БТИ, так называемая. Сейчас я иду заплатить налоги на недвижимость. Налог на землю и на мой дом. Он находится вот в этом здании SunTrust. Мне надо там... Дело в том, что там тоже можно было припарковаться, но там парковки все были заняты, мне пришлось припарковаться здесь. И я чуть-чуть прогуляю сейчас, буквально несколько десятков метров. Вот это построили недавно новый арт-центр. Очень красивый арт-центр. Доктор. Как же доктора дозовут? Это парковка. Вот там вот парковка дальше. А это вот самый центр, где находится наши БТИ. Вот тут тоже парковка громадная под этим домом. Боже, как я люблю Орландо. Доктор Филлипс. Арт-центр. Все. Автобусные остановки и так далее. Пошли. Обожаю мой город, конечно. Центр города просто самый красивый, наверное, в мире. Хотя, ну, для меня, так как я люблю этот город, следовательно, я буду его воспевать, восхвалять постоянно. Ветерочек такой слегка дует. И прохладненько сегодня. Сейчас на улице, наверное, градуса 25. Но так как мы привыкли к жаре, 25 – это холодно. Я одела сегодня платье с рукавом. Потому что реально холодно, прохладненько. Вот это под стеклянной крышей одноэтажное здание. Это туристический центр по Орландо.
Там вы узнаете любую информацию, все, что вам интересно. Абсолютно вся информация. Десятки этих маленьких книжонок, путеводители, и карты, и что только, и рестораны, и аттракционы, и гостиницы, и все. Ой, какая красотень. Так, вот в этом здании находится мой Orange County Tax Collector. Вот мой банк Chase. Этих отделений банка тоже десятки здесь по Орландо. Вот это хорошее нововведение. Вы вставляете карточку сюда свою и берете велосипед и катаете сколько хотите. Потом поставили велик, и с вас, с момента, как вы вернули велик, с вас прекращают снимать деньги. То есть вы никому не платите ни наличкой, ничего, просто вставляете свою карточку. С вас снимают там определенное количество денег. Гостиница Bohemia. Тоже шикарнейшая гостиница Bohemia здесь. А вот это Church Avenue, я иду по этой улице. Это самая такая популярная улица здесь. Бары, рестораны, ночные клубы расположены. Тут очень много молодежи, можно вечером увидеть. И вот тут находится, вот рядом с этим домом, ротондой, находится с правой стороны наша мэрия. Наш Бадди Дайер мэр. Я его обожаю. Во-первых, он у нас красивый, он у нас молодой мэр. И очень такой вообще класснючий. И он уже, вот я приехала сюда, вот он уже, наверное, третий раз он мэром у нас стал. Я приехала, он был мэром, я тут 13 лет, он все еще мэр. Потому что мэр шикарный. Там очень красивое место, но я туда сегодня не пойду. Потому что я сегодня очень деловая колбаса. Мне нужно оплатить все эти налоги, спать спокойно и вообще ни о чем не думать. Паркинг, гараж. Я могла припарковаться в паркинг гараже бесплатно, наверное. Но бог с ним, я уже припарковалась там, на Church Avenue. И пошли. На первом этаже SunTrust Bank. Ой, какое красивое здание. И какой же Orange Tax Collector, 16 этаж. Я все время забываю. Sorry. Я приехала, припарковалась на этом, на Church Avenue, была уверена, что в том здании. А потом, да елки-палки, опять я не туда приехала. Так, Tax Collector. Еще раз на всякий случай. Пра-па-па-па-па-па-па. Ладно, покатаюсь по этажам, если что, это hand sanitizer. Hello. A16. Thank you. 60. Okay, thank you. You too. Ага, Homestead Exemption, да. Все, я сюда правильно. Tax Department Payment. Вот сюда я сейчас пойду платить. Вот сюда. Вон там люди стоят в очереди. Опять же, водичка и все это прочее. Здесь, так, я заплатила налоги и сплю спокойно. Я заплатила $1230. Суммы, конечно, бешеные. Если бы я заплатила это на... Ну, короче говоря, не важно. Это уже совершенно не важно. Важно, что я заплатила и должна чувствовать себя спокойно абсолютно. Боже, какая красотень. Боже, какая красотень. Что у меня там с губами? Наверное, постирались? Ну, конечно, постирались. Я их уже съела по дороге. Church Street. Пошли снова на Church Street. Мне надо сейчас зайти в наш БТИ. Почему? Потому что ко мне приходят, какие-то письма на людей, которых я не знаю. И я пойду спрошу, откуда эти люди взялись. Потому что я могу любого человека прописать в свой дом, но с моего согласия. Может быть, кто-то себя прописал в моем доме. Я пойду сейчас всех нафиг повыписываю. Странные какие-то люди у меня появляются в моем доме, которых я даже слухом не слыхивала и видом не видывала. Уже в мэрию сегодня не пойду, хотя можно было, надо было бы пройтись. Такая красивая мэрия у нас, потрясающая просто. Опустошила свои карманы, иду такая счастливая. Как будто мне наполнил кто-то карманы. Боже, какая кайфовая жизнь все-таки.
Какая сказка? Зато заплатила налоги. И, ну, так как все американцы очень, очень добропорядочные налогоплательщики, поэтому Америка и процветает. Если, допустим, к примеру, я не плачу налог на свой дом и на свою землю. Вот не хочу платить и все. Что они делают? Они выставляют мой дом на продажу. И продажа моего дома – это сумма налога – 1230 долларов. Итак, снова мой любимый город. Я только что пошла, всех повыписывала. Кто там у меня попрописался, кому это было надо, не надо. Итак, сейчас я перейду вот в этом офисе регистрации. Итак, вот уже какие новенькие листочки у нас на деревьях. Уже весна-весна. Хотя эти листочки должны были быть уже в феврале. Но вот такая затяжная была холодная зима у нас. Итак, пошли. Опаньки, сюда не зайти, с той стороны надо пройти. Вот это автобусная остановка. У меня на машине я еще продлила еще на час. Не знаю, сколько тут задержусь. Тут, чтобы в это здание зайти, административное здание Orange County, нужно пройти как в этом, в аэропорту. Фейс-контроль и весь контроль, и сумку пропустить через, все свои вещи пропустить через этот детектор. Громадная церковь. И, конечно, море. Вот кто вот такую херню делает? Вот эту херню выставляют. И сколько-то же за это платят. И для этого еще и делают. Сидят одна за другую, не знаю. Я их вроде бы заряжаю, показывают полная зарядка, а потом бах. И security сидят, понятное дело, чистейшие туалеты. Permission services.